Ой. Мы напоминаем, что в эту субботу уже будет встреча. Осталось буквально 2 дня для того, чтобы зарегистрироваться, записаться, заплатить и, ну, соответственно, приходите. Ну да, да. Еще очень хорошую идею нам подсказал Миша Лавошников, что, пожалуйста, возьмите с собой визитки, у кого нет, напишите просто на бумажках свои контакты, чем вы занимаетесь, что, ну, как бы, что вы умеете, может быть, кому-то что-то понадобится. Так что мы с Евой вас приглашаем и ждем в субботу. Я Ева. Что-то еще будешь добавлять? Я буду. Добавляй. И приходите. Если хотите, тогда можно приходить, как хотели. А по польску? Запрос по польску. Запрошаем. Всех запрошаем. Всех запрошаем, кто хочет. А кто не хочет, может не запрашивать. Папа! А что там есть в этом кафе, расскажи. Там есть лабиринт, там есть кафе, там есть яблочки для детей.